Что такое демократия? Ну, демократия это когда у всех есть свой голос. Выбор. Ну, выбор своего голоса. Ну так, ты три слова ответил, да? Да. В общем, давай знакомиться. Меня Саша зовут. Меня зовут Егор. Егор, в общем, пять вопросов по политике. Давай. Знаешь что-нибудь? Ну, смотря что спросить. В общем, что такое президент? Или вот что значит слово президент? Ну, президент – это человек, который отвечает за все внутренние вопросы в стране. Он на конференции ходит, там, общается с президентами. Ну, может оспорить политические вопросы. В общем, кто-то главный. Ну да. Хорошо. Второй вопрос. Я все вопросы, если что, забываю. Можешь подсматривать. Что такое парламент? А, парламент. Нам в истории такой вопрос задавали. Ой. Спроси сразу по телефону. Мама, привет. Что такое парламент? Давай, ответь мне, пожалуйста. Это Дума. Что такое парламент? Я забыл. Нам на истории говорили. На первом курсе, когда я еще учился. Ну так что такое парламент? Но это, как сказать, это здание, в котором собираются все политики и, наверное, проводят там. Конференции проводят. Что-то такого, спят там обычно. Обычно там спят. Да. Хорошо. Точнее, голосуют. Там вот за Конституцию, когда изменяют, изменяли Конституцию, возможно. Ну, а там они точно сидели. Кто-то сидит, кто-то голосует. Кто-то от Хорошо. своего голоса отказывается. В общем, самый легкий вопрос. Что такое ЛДПР? Как оно расшифровывается? ЛДПР? Ну, наверное, слышал, да, Я за по-любому? Жириновского не голосую, так что нет, мне еще 18 нет. Я против Жириновского. Хорошо. Хорошо. Но ты не знаешь, как расшифровывается ЛДПР? ЛДПР? Ну, Либеральная? либеральная Департамент. П. политический. Р в конце. Р. России, ну, Р же, ну, в конце Почему же. Россия? Ну, Россию, ну, там так вот. Странно. В общем. Единую Россию я знаю, ладно. ЛДПР слишком большая. Яблоко еще знаю. Яблоко. Ну да, вы не знаете яблоко? Нет. Ну вот. А я Ну, ЛДПР не знаю я расшифровывать. понял. Короче, Путин. Полное его имя. И когда его была дата рождения, ну и возраст свой, если знаешь. Ну, Владимир Владимирович Путин. Тут в яблочко прям. И вот, Сколько ему лет? ну можно дату рождения или год хотя бы. 1952. Правильно, пятюнька, давай. Короче, последний вопрос. Департамент. Нет, не департамент. Демократия. Что такое демократия? Ну, демократия это когда у всех есть свой голос. Выбор. Ну, выбор своего голоса. Ну так, ты три слова ответил, да? Да. Сокращен. Хорошая сокращак, в общем, неправильно. Спасибо за участие. Или вы сказали еще раз повторить вопрос заново. Демократия. Демократия. Что такое демократия? Ну, демократия. Там Сейчас. тоже спят, наверное, да, хочешь сказать? Да. Я сейчас подумаю. Ну вот вообще, давай, вот что в голову приходит первое, то и говори. Вот. Не надо думать ничего. Ну хорошо. Не, ну когда свобода слова есть, ну богатые там, бедные, нету среднего класса. Понял, хорошо. Это Там же нету среднего класса, и вроде там бы. Ну есть бедные только и богатые. нет. Среднего Ну у нету. нас в России вообще нету среднего класса. У нас преобладает либо богатый, либо бедный. Как бедный может преобладать? Ну, большее количество людей. А, в количестве Ну а людей. как еще может? Я понял, хорошо. Короче, ты так голову задурил, а прям сам запутался. Проверяй.